Давайте приготовим постный медовик без раскатки коржей. Я поставила сковородку на огонь на средний. Наливаю масло растительное 100 мл. Сюда же отправляю сахар 50 граммов. Много сахара не кладу, потому что у меня еще будет мед. 2 столовые ложки меда. И все это нужно закипятить. Медовая смесь закипела. И сразу добавляю соду, чайную ложку и щепотку соли. Пошла реакция. Выключаю газ. Вкусно карамелькой запахло. Достаточно. Массу достаточно нагревать, когда она станет вот такого карамельного цвета. Теперь нужно снять с огня. В рецепте медовика я использую овсяное молоко. Вернее, не молоко. Я приготовила вот 500 мл. Немножко наливаю. Буквально чуть-чуть. В эту карамельную массу добавляю муку. 200 граммов. Аккуратно перемешиваю. И сюда же отправляем овсяное молоко. И такая получается карамельная масса. Мука полностью растворилась. Теперь все убираю с горячей сковородки. Молоко теперь в эту массу добавляю постепенно до нужной мне консистенции жидкого теста. Можно воспользоваться миксером. Получается вот такая однородная масса. Теперь добавляю постепенно овсяное молоко. Небольшими порциями, чтобы легче было перемешивать. Вот все 500 миллилитров у меня ушли в тесто. Такое получилось оно жиденькое, как блинное, что мне и нужно было. Тесто на медовик без раскатки готово. Сковородка стоит уже на плите, нагревается. А я хочу вам показать, какая красивая масса получилась. Посмотрите, такая карамельная, как молочная ириска. Очень красивая. И сейчас буду выпекать медовые блинчики. Я ничем не смазываю сковородку. В тесте у меня и так есть масло растительное. И вот по такому половничку выливаю. И сразу распределяю. Немножко температуру уменьшаю, чтобы не сгорели. Закрываю крышкой и жарю с одной стороны. Теперь так сворачиваю и убираю со сковородки. Первый блинчик готов. Наливаю. Распределяю. И накрываю крышкой. Конденсат с крышки надо убирать. Вот так удобно снимать блинчик. Я его сняла, а здесь разворачиваю. Все.
Блинчик готов. Накрываю крышкой. Это через минуту надо снять конденсат. И снова накрыть. Еще на одну минуту. Прошло 2 минуты. Вот так прям заворачиваю его. И снимаю. А здесь разворачиваю. Можно обжаривать с двух сторон. Но он и так, блинчик, пропекается. Я с двух сторон обжаривать не буду. И таким образом выпекаю все остальные коржи. Медовые блинчики готовы. Получилось у меня 12 штук. Вот таких медовых коржей. Делаю заварной крем для торта. 2 столовые ложки меда. 3 столовые ложки крахмала. И то же самое овсяное молоко. 500 миллилитров. Понемножку добавляю. И перемешиваю мед с крахмалом и с молоком. Постепенно до полного растворения меда с крахмалом в молоке. И выливаю все остальное молоко. И отправляю крем на плиту. При постоянном помешивании довела крем до кипения. Крем закипел. Провариваю буквально несколько секунд. И выключаю газ. Но продолжаю крем помешивать. Крем еще варится. Крем сняла с плиты. Накрыла пленочкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. И крему надо дать остыть до комнатной температуры. Начинаю собирать тортик. Края каждого коржа можно обрезать и использовать потом как посыпку. Я буду посыпать грецкими орехами. Грецких орехов 150 граммов. Нарезала просто ножом. Торт собран, и остается его только посыпать грецкими орехами. Тортик готов. Посмотрите, какая орехово-медовая красота получилась. И этому торту не надо много часов пропитываться. И нужно ему дать всего лишь 2 часика постоять в холодильнике. Прошло 1,5 часа, и просто не терпится уже разрезать тортик. Он еще, конечно, очень нежный. Самое приятное. Попробую. Посмотрите, какой, как хорошо пропитался. А всего только 1,5 часа прошло. Посмотрите, какой нежный. Коржи очень хорошо впитали крем. Крема не видно. Коржи весь крем впитали. Очень красиво получилось. Очень красивый в разрезе торт. Просто передать вам не могу, какой вкусный торт получился. Нежно-нежно пропитанные коржи. Настоящий медовик. Даже не скажешь, что в этом креме нет сливочного масла. Вот этот торт точно могу назвать сливочным. Не знаю почему. Может, потому что здесь присутствует мед и в креме, и в самих коржах. Торт получается очень вкусный. И для тех, кто держит пост, и нужно какой-то праздничный торт сделать. Это просто выход из положения. И это настоящий веганский торт. Очень-очень вкусный. Грецкие орехи здесь очень к месту. Именно грецкие орехи вместе с медовыми коржами. Это такая вкуснятина. И всем вкусных тортиков, друзья!